Ну что, уважаемые участники, это стоит видеть и понимать. Нам все говорят о миллионах биометрии, цифровых услугах и так далее. Но вот посмотрите, как всех нас будут натягивать на цифровой рубль. Вот заходим в метро, пытаемся взять билет. Видите? Ставьте карту тройка или социальную карту. Возможностей оплатить наличными нет. Смотрим другой. Подходим к другому. Ну, для понимания, да, как все у нас традиционно. Прием наличных средств временно недоступен. Ну, давайте еще посмотрим на главный экран. На главный экран. Видите, так. На главный экран. И что же мы видим? Прием наличных средств временно недоступен. Подходим к другому банкомату. Закрыть. На главный экран. Ну вот как-то так. Работает? Ну да, только без наличных. И вот все эти банкоматы, абсолютно все, работают, не принимают наличных денег. Ну что, слава биометрии, слава Собянину, слава цифровикам, вешающих нам лапшу о добровольности получения всех государственных услуг, Мишустину, Володину, да. Вот как нас будут всех натягивать биометрию на цифровые рубли и на карты. Новости от Мишустина из родительский отпор. Подключайтесь.